На конкурс дети читают стихи. Горшкова Екатерина, 10 лет. Город Тольятти. Александр Сергеевич Пушкин. Няня. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в уж лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлит по минуту спицы в твоих наморщенных руках. Ты ж глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие заботы, тесня твою сейчас на грудь.